Аварийный мост в Оржеве перейдет в государственную собственность Тверской области. Речь идет о путепроводе через реку Большая Лоча, ответственность за ремонт и обслуживание которой полностью ляжет на региональную власть. Уже долгое время жители волнуют вопрос о состоянии аварийного моста через реку и сроках его ремонта. Из-за плохого состояния остро стоит вопрос с транспортным сообщением. Сейчас продолжается формирование полного пакета документов для передачи в область. Временные меры сейчас принять нельзя в связи с рядом объективных причин. Данный вопрос находится на контроле. Исполняющий полномочия главы города Ржева Роман Крылов поставил задачу транспортному отделу решить его в ближайшее время. Это один из двух выездов из города к трассе М9 «Балтия». Предположительно, строительство и монтажные работы будут начаты в сентябре 2020 года, а завершены в 2021. Экспертами была проведена оценка. На сегодняшний момент требует полной замены всех конструктивных элементов вместе с опорами, с пролетными строениями, с балками, со всеми. То есть фактически будем проводить реконструкцию данного сооружения. То есть ничего, грубо говоря, живого в этом мосту уже не осталось? Фактически, да.